Друзья, еще актуальная тема такая. Уход сухилеза, как мы решили, да, или ущемление стопы, да? Голеностопа. Голеностопа. А как уходить? Как уходить? Ложись. Сейчас мне больше захватит. Как раз уходить нельзя. Если ты будешь уходить, а ногу оставишь, то, как правило, ты проиграешь. То есть нога одна. Значит, такая. То есть как можно дальше протолкнуть ногу к сопернику и выпрямить ее носком внутрь, например, расположить вот так вот. То есть, себе и вовнутрь. То есть, да. Если нога прямая, он не может давить перпендикулярно. А если согнул, то он давит перпендикулярно. Получается, что все его усилия идет на болевой прием. То есть выпрямляешь ногу и к нему приближаешься. Дальше. Как то есть можно, это перетерпел. А как уйти? То есть дальше. Уйти? Да. Нет, ну. Перетерпел. Не дал сделать болевой. Дальше. Нет, ну можно, допустим, к себе соперника, допустим, приблизить. Либо через ногу подниму. Ну нет. То есть как бы да. То есть ты ни в коем случае нельзя уходить от соперника. Нужно всегда идти к сопернику. Ногу выпрямляем. Многим больно, и они сгибают ее. Нет. Нужно терпеть и выпрямлять ее всегда. Даже если больно. Потому что так вот еще больнее. Есть выбор. Да. Больно или больнее? Это нюансы. Да, это нюансы важные. Все, друзья.